на чем питать. И Маша! Сегодня у нас в гостях тетя Таня и Даша. А что же мы будем делать сегодня? А сегодня, к Дню Святому, Святого Валентина, мы сделаем интересные валентинки. Для того, чтобы подарить нашим родным и любимым людям, как и должно быть в этот праздник. И для этого нам понадобятся очень простые материалы. Пробочки для коктейлей, мохнатая проволока, шоколадки, спичечные коробки, ленточки, скотч, клей и ножницы. И разные цветные карандаши, фломастеры с блесточками, да, и гелевые ручки. Итак, начнем мы с необычных валентинок с сюрпризом, со сладким сюрпризом. Для этого распаковываем коробочки со спичечками, открываем, Дашенька тоже помоги Маше, и высыпаем спичечки в эту тарелочку. Давай, Маша, смотри. Не, Маша, не так. Все только для творчества, никакого курения, никакого пожара. По технике безопасности у нас все совершенно правильно. Да, ребята? Так, все, нам хватит двух коробочков. Вот. А теперь заранее мы с вами вырезали из цветной бумаги вот такие вот разные фрагментики, которыми мы закроем эти спичечные коробочки и превратим их в праздничные бутоньерочки. Вот. Мы сейчас будем клеем обклеивать спичечные коробки всякими яркими квадратиками и прямоугольничками. Так, как нам только захочется. Так, берем. Так. У Маши будет девчачья бутоньерочка, а у Тимы мужская, да? Пацанячья, Тима, как ты говоришь. Вот что у меня получилось. Красота. Ну и дальше. А другая половинка может быть другого розового вот такого цвета. Да. А тут краешек может быть вот такой вот голубенький. Голубенький? Да. Хороший цвет будет. Да, давай. Хочется теперь украсить, да? Просто... Ну, цветная коробочка, да? Ну и что? А где же валентинка сама? Как ее превратить в валентинку? Я хочу туда уже конфету положить. Да. А как превратить в валентинку эту простую коробочку? А вот приклеить такое сердечко, да? Да. Можно зеленого цвета, можно вот... Я не могу туда! Голубого, розового. Не закрывается? А можно прижать вот так вот и все. Все. Только давайте прижать. Вот наша капелька превратилась в такую... штучку складную, видите? А теперь, чтобы она стала сердечком, ее нужно просто по этой линии изгиба согнуть пополам. Намазать здесь клеем, Машенька, намажь вот эту часть здесь и здесь. Вот я так раскрою. Возьми клеем, вот тут посерединочке намажь. Эту верхнюю ступенечку хорошенько. Молодец. А теперь мы вот так сгибаем, очень крепко здесь. Пережимаем, держим плотненько. А потом, Машенька, раскрывай. Ой, ну, тут клей у нас. Надо немножечко подержать. Так, давай помогу. И вот так, когда раскрыть, сейчас я тут зафиксирую этот клей, получится вот такое вот сердечко. И теперь покажите, как красиво вы украсили вот эту верочку нашу, да? И теперь что нам остается сделать? Наши валентинки наполнить сладким сюрпризом, да? Правда? Ну, выбирайте, какая вам нравится шоколадка интересная. Есть прям такая праздничная, с валентинками. Любовь это, да? А есть такие всякие кошечки нарядные, собачки. Мяу! А у меня там она уже есть. Я кошечку маленькую. Как красиво она там смотрится внутри, да, на цветном фоне. Я выделю такую. А почему никто... У нас уже есть красивая валентиночка, нарядная, необычная. И теперь нам для нее нужно сделать упаковочку, такую же интересную, правда? Да. Мы сейчас сделаем маленькую сумочку. Для этого нам нужна цветная бумага, два цвета. Выбирайте каждый себе два цвета. Девочки, конечно же, розовый. И на втором листике также. Давайте, Мафей, я тебя подведу, а ты уже будешь вырезать. А теперь берем ножнички. И вырезаем. Вот, посмотри, третья. Так, отлично, молодцы. Дай мне неудобно. Дети, покажите, какие у нас получились кружочки. Как вы красиво умеете вырезать, да, как здорово. Ровненько, все старались, молодцы. А теперь каждый берет свой кружочек
и сгибают вот так вот пополам. Смотрите, как мы делаем. Сначала соединили два края, держим пальчиком. А как дальше... будто салфетки шмаем. А мне знаешь, что напоминает? Варенички. Вы с мамой лепили варенички? Нет. Вот как будто мы варенички сейчас будем лепить. Как будто бутерброды. Да. Только внутри мы положим не картошку туда, а наши валентинки. Такие творческие варенички. Яркие. Сделали, да? А теперь смотрите, что нам нужно. Нам нужно взять клей и намазать. Вот я тебе покажу. Вот одну половиночку. Вот так вот. Вот я даже карандашиком нарисую вам, а вы сами намажете вот так вот. Отсюда до сюда, вот там, где я заштриховала, мажьте клеем. Машечка. Вот здесь вот. Даша. Вот здесь. И теперь, Маша, я у тебя покажу. Мы берем и складываем одну половиночку в другую. Вот, вот так вот здесь уголочек делаем. И вот так соединяем. Как будто закрываем. И что это получится? А это получится сумочка. Я потом расскажу, как дальше. А теперь смотри, Машулька, где Маш? Знаешь где? Вот, вот здесь. Вот здесь вот намажь, и вот так закроешь, и будет у тебя сумочка. Сумочка без ручек, то она превращается в шапочку. А можно? Да. Маша, ты не хочешь? Ой, а можно на день рождения самому сделать шапочки? Так, все, у нас уже следующий урок готов. Я себе одену. А для того, чтобы сделать две ручки к сумочкам, мы берем нашу мохнатую проволочку, ой, которая да, разных цветов бывает, и подбираем, какие вам нравятся цвета. И можно, таким, да, можно взять такие, которых у вас нет в сумочке вообще. А как за сумочку? Тимочка, можно не голубую взять, можно оранжевую, красную. Вот наоборот. Вот если такая, такая нравится, да? Мальчачий, а вот мальчачий еще фиолетовый, смотри, как будет классно. Зелененький. О, зеленый с фиолетовым, давай. Нет. Вот, понадобилось обрежать. И мы продолжаем. Молодцы. Надо сначала, надо на ручке, они же трубочки. Чтобы ручки были такие необычные, отличались друг от друга, были веселые и яркие, да, Машенька? Да. И нанизываем, знаете как, вот опять же, на вот такой вот нежный цвет мы нанизываем о, яркую трубочку, правда? Посмотрите, потому что как я сделала. Розовый на розовом. Не... Загибать эти концы проволоки, чтобы получились такие крючки. И тогда эта ручка не будет спадать. Крючочки можно повыше, чтобы хорошо держалось. И хорошо сзади зажать. Я тоже фиолетовую. А можно даже, знаете, как сделать, Дашенька? Можно я тебе покажу? Сейчас. Можно крючочек, дети, смотрите, крючочек повыше сделать. Вот, вот так вот. Выше даже нашей сумочки. Вот. А чтобы закрепить сверху, одеть проволочку. И все. И будет так аккуратно смотреться ручка. Ой. Тимофей, ты видел? Да. Смотри, вот, вот так вот загнуть. Поможешь сюда, мне, пожалуйста? Трубочку поднять и надеть ее на два края проволочки. Вот. И одна ручечка у сумочки готова. А теперь, пока дети разукрашивают свои сумочки, я покажу, как из оставшихся проволочек, на которые нанизаны трубочки, можно сделать красивую гирлянду, чтобы в праздник украсить квартиру, сделать ее нарядной. Мы сначала из проволочки это делаем кружочек и вот так вот закрепляем его. И чтобы этот узелок такой своеобразный не было видно, мы надеваем на него трубочку. А теперь мы этот кружочек превращаем в сердечко. Мы делаем острый уголочек сначала, а потом вот такую впадинку. И вот у нас получилось сердечко. Берем еще одну проволочку другого цвета. Так же само соединяем с этой. Снова связываем. Снова формируем кружочек. Прячем узелочек. И снова делаем сердечко. И так далее, пока у нас не получится цепочка. Вот что у нас получилось! Молодцы! Столько сделали. Я думаю, ваши родители будут очень довольны таким замечательным подарком и украшением. А еще эту цепочку нить и оставить на день рождения, повесить, украсить вашу квартиру. Друзья, очень удивляться, откуда вы взяли такую красоту. Нравится наше видео, ставь лайк и подписывайся на канал Team Vintage. И всем поцелуйчики! И всем любви и радости!